Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. Уже Новый год близится. Еще 2 месяца, и мы начнем сажать томатики. Вот здесь я накупил целую кучу томатов. Вот, посажу самые крупные. Ну, здесь вот целая куча таких мелких. Вот Дебарау томат, это высокорослый. Он такой кистевой. Вот я выбирал кистевые, но там в магазине в этом только вот здесь написано «защищенный грунт». Томатики такие небольшие, по 70-90 грамм. Такие маленькие, как раз в банку для засолки хорошие пойдут. Также вот такой на 400 грамм выбирал. Ну, где на 400 пишут, там явно он вырастет меньше. Поэтому надо всегда покупать больше. Это ведь до 400, а на самом деле здесь написано 350, то есть уже меньше на 50 грамм. Вот он, 110-115 дней, этот томат. Такой, называется «Малиновый рассвет». Вот написано «Открытый и защищенный грунт». То есть можно в открытом грунте и в защищенном грунте можно его высаживать. Так, здесь томат у нас волгоградец, я знаю, много-то... Некоторые мои подписчики уже его сажают и неоднократно. И очень довольны. Написано для открытого грунта. Вот. Высотой растения 55-75 сантиметров, то есть небольшой. И 105-115 дней. Вот, написано для открытого грунта. Такой. Вот. Ну, я там как бы... Если бы они писали описание, то я нифига не написали. Так, из сибирской серии таежное золото, томатик, 120 дней, вес 200 грамм. Также томат сокорок, 450 грамм написано, на самом деле 150-200, вот 110-115 дней. Защищенный грунт. Также еще томат. Тоже, это уже поздний, 118-28 дней. Массой 110-225 грамм. Не очень крупные. Так, здесь у нас от Гавриша. Название Кострома. Томатик. Значит, он... Так, где там написано? Массой 150 грамм. Вот. А срок службы что-то не написали. Так, и еще томат крылатый F1, 300 грамм. Значит, 95-90 дней, то есть самое раннее. Высотой 70-80 сантиметров. Вот, 250 до 300 грамм можно. И вот этот томатик Афродита, написано открытый грунт и пленочное укрытие. Вот, растение невысокое, 40-50 сантиметров. Созревает 75-80 дней, очень ранний. Массой 110-115 дней, то есть вот это очень ранний томат. То есть 75-80 дней, получается полтора месяца, да, получается там. Вот, вместо посадки, такие вот томатики. Будем сажать в 2024 году. Вот. Ну, естественно, Дебарау, мелкие томатики, тоже посажу. Ну, понемножку посажу там. У меня тепличка небольшая, всего 3 на 6. Вот, посажу там по 2 кустика или по 3. Это будет достаточно. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте лайки. А то смотрят, а даже и комментарии не пишут. Я смотрю, бывают люди такие, просто посмотрел, даже не, хоть сказал привет, спасибо, может быть, что-то не понравилось. Тоже пишите в комментариях. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока. У меня уже, я снимаю на фотоаппарат, у меня уже перечеркнута батарейка. Сейчас он, может быть, отрубится, это видео. Спасибо. А формат у меня 720p. Снимаю на... Спасибо. За просмотр. С вами канал «Все для огорода».
сажал и буду сажать в 2024 году.